легко, когда хочет. Ну вот снова взял паузу. А это пауза на руку Илии. Вот комбинация правой по корпусу, левой в голову. Ну и вот такая безрассудная атака в исполнении Илии. Когда он бежит на соперника и выбрасывает обе руки. Ну такое чувство, что Сафери устал. А с чего он устал-то? Он ведь... Ну, практически ничего не делал. Темп очень низкий. Вот, попал. Еще попал. Это нокдаун. Это нокдаун, да, в падении попадает справа еще раз. И можно считать. Не согласен. Боксер. Давно с действиями судьи. Не видел ударов в падении в боксе. И раунд закончен. Ну вот, хоть такое яркое событие. Я думаю, что в повторе мы увидим и отметим, что рефери действовал абсолютно правомерно. Как-то интересно, вот первый удар, потом еще было несколько ударов, а потом как-то он уже в падении атаковал, сам падал, еще в это время наносил удар. Вот второй удар. Третий. И вот он пошел, и вот еще один раз ударил, но потерял равновесие. Интересная ситуация. Такая, можно сказать, даже немного смешная. Хотя закончилось у нас сотрясением одного из боксеров. Хватит ли только выигрыш в этом раунде для победы? Ну и в предыдущем, наверное, тоже. Нури был посильнее. Но если бы Нури делал так это вот постоянно, все бы давно закончилось. Конечно. Это всего лишь первая яркая серия, наверное, которая была вот именно ударов на из 6 из 7. Именно с обеих рук тяжелыми ударами. Но здесь уже нет смысла что-то выдумывать, подготовиться к атаке, потому что боксер только что минуту назад был в нокдауне, я бы сказал, тяжелым. Старается держать Илья сейчас руки уже на месте. Главное для него не допустить повторения тяжелых попаданий от Сафери. Пятится, не помышляет о контратаках. И снова правый по корпусу, левый в голову. Да. Может, какой-нибудь другой вариант стоит попробовать Сафери. К этому он уже приучил соперника. Ну, вот как сейчас. Решился. И уже джеб начинает сильно беспокоить Илья, который выше противника. Руки не очень длинные, мягко скажем, у Сафери. Да, секунданты переживают и болеют сильнее, чем зрители в зале. Вот говорю, только вот этот всплеск эмоций появился только в конце прошлого раунда, и все. А так зрители сидели, даже не хлопая в ладоши, просто наблюдая за этой тишиной. Два удара по корпусу и клинч. Ну вот все, чем богаты оказались 20 секунд седьмого раунда. Встрепенулся наконец-то Илья. Вот тут удар подбородок. Левый боковой. Да, потерял он преимущество. Он только-только набрал какие-то очки вот в предыдущих раундах. И этот нокдаун ему помешал. Ну а Сафери мог работать лучше и мог уже закончить этот бой досрочно, но тут не хочет или не может, или, как правильно вы сказали, он наелся уже бокса и в своем возрасте, ну, выходит, зарабатывает деньги.
каким способом. Выходит, надо сказать, нечасто. Появлялся последний раз в ринге 9 месяцев назад. Ну что ж, последний перерыв. Затем последует заключительный раунд этого противостояния. Или сомневаюсь я, что он пойдет вперед в заключительном раунде. Сомневаюсь, что он так уж хочет победить. Думаю, по-прежнему будет оберегать себя. Попытается что-нибудь сделать, но попытка будет с негодными средствами. И раза три попытается ударить. Не получится, ну и бог. Главное снова не оказаться на полу. Он пытается раскачать секунданта уже Илье, потому что, как считают судьи, никто не знает. На мой взгляд, чуть-чуть, ну, небольшое преимущество Илье сейчас. Ну, если учитывать... Мне кажется, кто выиграет последний раунд, тот и победит. Может быть так, да, потому что, ну, наверное, три последних остались за Сеферий. Причем один с большим преимуществом. С нокдауном. Туда на скачке левый. Достаточно часто он его использовал. В начале и в лучшие годы своей карьеры. Вот Сефери сейчас выглядит намного лучше, чем в первом, втором и во всех предыдущих раундах. То ли его завели секунданты, то ли он поверил в себя, то ли он реально понимает, что бой-то равный, нужно что-то предпринимать. Но опять же, слишком большая пауза, слишком большая. Ну, а может быть, все-таки в голове сидит, что к местному бойцу благоволить будут судьи. И при равном раунде именно его назовут победителем. В каждом из раундов, если они будут равны. Мне, вот честно вам скажу, даже не интересно, кто из этих двух боксеров выйдет из ринга победителем. Я просто хочу узнать счет, как читали судьи. Я, честно говоря, не сомневаюсь, что победа останется за Сефери. За счет удачно проведенной концовки. Ну почему нельзя этого было сделать намного раньше? Встал. Ну, теперь уже все понятно. Минута 20 секунд до конца поединка. Этот раунд уже Сефери выиграет с 2 очками, как минимум. Если не отправит нокдаун соперника еще раз. Раз за разом вот эти удары через руку доходят у него до цели. Вот мы говорили, что когда хочет, попадает без каких-то проблем. И справа, и слева. Потому что защита не образцовая у Ильи. Сейчас он уже в очень тяжелом состоянии. Пытается что-то отыграть, вернее обозначить, что он в ринге не отбывает номер. Но теперь мы ему уже не верим. Да. Достоит до конца боя Илья, видимо, но нокдаун был эффектным. 3-4 удара подряд, да. По идущему на тебя сопернику, все по классике. И как раз не оставил сомнения Сефери в своей победе. Очередная, уже 32-я. В 38 боях. Вот он. Этот четкий правый боковой. Такой крюк. Да, классический. Как Майк Тайсон. Свои лучшие годы.
Ну и теперь Джулиану Эли нужно услышать вердикт судей. Ну, все-таки два нокдауна он пропустил. И, пожалуй, эти как раз нокдауны и будут являться решающими в определении победителя. Отправиться на море, в Римени, себе домой Джулиану Эли. Пока не вызовут его на очередной бой против очередной европейской звезды или восходящей звезды проспекта. Ну, а карьера Нури Сефери все-таки идет к закату, это понятно. Иногда, правда, демонстрирует, что порох в пороховницах, где-то там в углах этих пороховниц еще остался. Вот, как переживает тренер. Ну, сам Илья так не переживает. Да. Вопрос на засыпку. Сколько полотенец съедает... За один бой. За один бой тренер Джулиана Илья в каком-нибудь викторине. Punktrichter PC, du wertet den Kampf 77-77. Удивительно. Beat Hausermann wertet den Kampf 78-72 und Punktrichter Schneeberger 78-73. Majority decision. Один судья выставляет ничью. The winner by points from Bogdov Nurisefery. Нурисефери все-таки это справедливо. С минимальным преимуществом.